Всем привет, это прослушка. Все уже прослушали новый альбом Салуки 104-го. Я вот только-только добрался. Каюсь, косячник, пипец вообще. И, ну, из всех представленных релизов этот мне хотелось услышать больше всего, потому что это очень крутой коллаб Салуки 104. Плюс здесь есть интересные фиты. Особенно интересно услышать Келин с Оджибуды, Майотом и Кисло-сладкий Имбона. Вау. Для них это прям вообще, наверное, супер. И совместка с Энди Панда тоже очень интересно. Вот. Лаве мы уже слушали. Очень крутой трек. Качает, особенно вот припев. Балдею с него. Ладно, давайте заценим этот альбом. 12 треков, интро и аутро есть. Все круто. Клевое интро, понравился вот этот сэмпл как раз, ну вот сам бит очень круто, и сам Салуки здесь хорош, но начало вот именно интро в интро, это вообще, я весь день слушаю рэп, и сегодня написал этот рэп. Так, full time. Эй, what? У-ху-ху-ху. Вот это пушка вообще. Особенно первые строчки Салуки. Дриловый бит? Не, я full time rapper. Круто. Так. Так, стоп. У меня почему-то не по порядку. Это спасибо новому рэпу. Ладно, давайте. Саунд шикарный вообще. Новый чувак из Газголдера. Вообще удивило. Прикольно, прикольно. Ну не full time, конечно, но тоже хорош. Вообще круто. Ну почему XXX? Сколько тебе нужно, чтобы сдаться? Тоже интересно звучит. Интересный переход будет, нет? Тоже клево. Но пока full time. Вообще супер. Full time, лаве. Очень крутые. Почему XXX? Я так и не понял, конечно. Фиг знает.
Так, следующий у нас тут дискобол. Припев не заходит особо, но куплет хорош. Басуха. Блин, круто то, что они меняют так музло. Вообще не скучно звучит все. Пропали орехи. Как концовка, забыл что. Шикарный припев вообще. Возможно, это с фараоном связано. Офигеть, как круто, а? Классная концовка. Так. Круто, круто. Блин, тоже хорош вообще. Так, ладно, все, обо всем в конце, короче. Джут. Жуть, а не хора. Жуть. Косплей на косплей, ну ебать, дефилей. Ты джоба без костей, ты все как желе. Думал членом, хотел МЖЖ. Быть кабином, но ты не в себе. Урвать пару бей, но я был там уже. Офигеть, крутая тема тоже. Блин, шикарный, шикарный альбом вообще. Очень круто. S2.
23:23. 37 до полуночи. Я не плачу, чтобы так улыбаться мне. Я доволен тем, что было то, что происходит. Всем я доволен то, что впитывало, что происходит. А, тут только 104-й. Ну, прикольно. Тоже по музлу очень интересно было. Такое, как интро в итоге получился, стручок. Ангел. Бокалы в бой, братья, собрались за столом, вот теплые объятия. Горы нам, братья, сердце не отнять, но добро могу отдать я. Ангелы с нами, братья, как и они, готов под крыло всех, братья. Классно. Мощная такая красивая концовка песни. Можно было бы вообще последним этот трек поставить. Но тут есть Outro. Здесь, я думаю, 104. Что-то мощное будет походу. Гитарка, потому что такая. Эх, пустили бы еще музыку, вот просто инструментал под конец, какой-нибудь соляк гитары, был бы, вообще было бы, мне кажется, круто. «Стыд или слава» — шикарный альбом, один из лучших в этом году. Я, конечно, в этом году еще немного альбомов прослушал, но это однозначно один из лучших альбомов, очень крутой. «Салуки» и 104 я отдельно, конечно, выпускали. Сильные работы, но вот это прям тоже очень мощно. Интересные фиты. Интересно было услышать и у Джибуды, и Майота, и как там будут, какие там кисло-сладкие Бона. И прям, знаете, я хоть и не любитель, но в принципе все очень даже было неплохо, мне зашло. Вот, Full Time, наверное, один из любимых у меня треков уже. Ну и еще тут полно всяких крутых было приколюх. Очень круто то, что все так же меняется музло, саунд. Как-то не скучно вообще слушать было этот альбом. Короче, продакшн прям пушка, вышка. Салуки и 104, видно то, что растут, меняют флоу как-то иногда. Какие-то супер интересные подачи, вообще неожиданные. Очень порадовали ребята. Жалко, мало Аники здесь, но не знаю, можно было бы ее еще там в какой-нибудь трек, трека 2, допустим. Ну, классная она просто вообще. Мне нравится ее вокал. И было бы круто, если бы у них, у троих был бы совместный там чисто трек. Какой-то другой, не лаве, а вот что-то другое, в общем. Что они вдвоем на куплетах, она на припеве. Не знаю. Что еще сказать? Новые имена какие-то, там, допустим, Рамш или Джиро. Звучат тоже хорошо. Интересно. Самый серьезный здесь трек, наверное, все-таки «Ангел». И «Энди Панда» тоже хорош в альбоме. И у пацанов там другой посыл какой-то. Ну, прям такая серьезная тоже работа. Если бы не было интро-аутро, то это было бы идеальным завершением альбома. Вот.
название некоторых песен так и не понял, почему так называются они. Видимо, так, может, назывался бит, и они так и оставили это название. Ну, есть такая тема, короче. Фиг знает. Короче. В любом случае, я еще все это дело переслушаю, пересмотрю, тексты перечитаю, потому что альбом мне по-любому зашел, и первое время будет на репите. Все, по-моему, я все, что хотел сказать, сказал. Я капец как устал уже слушать все, что не слушал. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Check it out.